Ура! К нам только что приехали наши огромные куклы. Три куклы для Миланы, Агаты и для Иларики. Иларика в Бресте. Она свою куклу потом раскроет. А у нас нету чего? Терпения? У нас есть терпение или нет? Может, подождем? Может, мы Иларику подождем и три куклы будем открывать? Будем открывать две куклы? Иларике мы покажи тоже куклу. Иларика очень сильно хотела Клодин. У Агаты уже есть Клодин. Агата любит Лауру, а Милана любит Франкенштейн. Начинаем! Поехали! Милана, почему ты хотела Фрэнки? Потому что она зеленая. Были, есть гвоздики? Да, есть. Круто. Это полярности. Полярности? К ней будет примагнитироваться посылка. Ага. Ага, очень интересно. Агата, ты расскажи, пожалуйста, про свою дракушу. Она сердечко не умеет, вся она не хочет немножко. Ну, это не во всех сериях, это только в сериях, которые как взяли сейчас. Это помогает вам? Ну что, восторг? Да, знаете, за шагом. Вы не снимаете? Вы же хотели снимать? Да, да. Огромные? Огромные? Огромный монстр хай. Огромный монстр хай. Ну, показывай. Привет. Чем она отличается от маленькой куклы? Например? Что еще? Немножко тяжелее двигать, потому что она больше. Вот такая маленькая, такая моя пусенькая. Это твоя маленькая Клодин. Такая большая кукла. Только очень большая и шарниры. Ничем не отличается, кроме того, что большая и другие, да, шарниры? У нее вот тут тоже есть, а у обычных кукол там нет. Что там у нее есть? Вот тут у обычных кукол просто нога двигается, а у нее еще тут, ну как это сказать? А, дополнительный сустав. Дополнительный, да. Угу, интересно. Это вот не подделка. Ну покажи свою куклу поближе, Агатик. Ты ей потом помоешь волосы? Да. Потому что они. Потому что. Пчелка как сухая кисточка. Как сухая кисточка, залита каким-то лаком, да? Да, залакована. Залакирована. Ага. Сравним с Moxie Teens. Это Monster High маленькая. Это самая обычная. Monster High маленькая. Это, а это Moxie Teens. Большая очень тоже. Я думала, она будет такая же, как она, но она больше нормальная. Ты мне сказала, Тима. Угу. Угу. Я еще люблю Фрэнки, у нее глаза разные. Угу. Есть такие люди с разными глазами. Синие, зеленые.
на руках сохраняла ножку. До новых встреч! Снимаем распаковку третьей куклы. Как круто, а? Теперь резиночки, может быть, у нее еще что-то запутано. Резиночки, может быть, у нее еще что-то стали. Юбочка, ее маечка блестящая. Вот. Вот, сейчас вот резиночку. Смотри, какие у нее острые ногти. Такая хорошая. Сережки не потеряются. Круто. Сережки не двигаются, не потеряются. Ну, они, конечно, двигаются немножко. Но их сильно раскачивать не надо, потому что они легко-легко теряются. А они как-то... Наша маленькая колонна. А я не могу двигать вообще. Это хорошо. Значит, не потеряешь. И хорошо, что у нее руки не отстегиваются. Да, это не поделка, настоящая штука. Можешь ей прически заплетать. Сейчас мы тебе подставку освободим и поставим ее на подставку. Это сложная подставка. Нет, сложно. Ня-ня-ня-ня-ня. Давай твою куклу. Я пошла. Надо ее за талию взять. Вот сюда. Мне не нужна подставка. Вот, спасибо. Потом ты будешь без подставки играться. Сейчас мы на подставку поставим, а потом будешь играться без подставки. Я хочу играть. Будешь. Вот и все. Я на сиди, да, пока во меня. Это стоит. А у нее мальчик такая колотится. Я посильненькая. У нее ожерелье, даже ошейник есть. Она же оборотень, смотри. А жилет не снимает. Ошейник? Жилет я тоже снимаю. Да. Вот тут ниточка, я уже вот, да, еще одна. Молодец. Какой крутой пиджачок. Самая тяжелая. Опс. Да, тут. Смотри, какой у нее на пиджаке тут мех есть. Майка. Очень. Кстати. Да, это очень круто. А, майка. А, шутка. Вот он, ошейник. Как осталось? Все мои стряхачки стоят вот так, как салатенькая.